Певица Лариса Долина похвасталась фигурой после похудения. Кадрами 69-летняя исполнительница поделилась в своем телеграм-канале. Сейчас Лариса Долина принимает участие в съемках новогоднего концерта. Певица не стала раскрывать всех подробностей, зато показала свой образ. Она предстала перед публикой в приталенном пиджаке, корсете, брюках и шляпе. Образ Ларисы Долиной дополнил яркий макияж с красной помадой и подведенными глазами. В комментариях под фото исполнительница отметила, что сбросила несколько лишних килограммов. Это вдохновило ее на эксперименты с костюмами.